паломническая служба храма Рождества Христова города Череповца с 4 по 6 ноября 2023 года организует поездку по святым местам Новгородской земли. Паломники посетят Софийский собор, город Великий Новгород, помолятся у святынь Варлаама Хутынского Спасо-Преображенского женского монастыря и Никола Вяжичского женского монастыря. Побывают в Зверин-Покровском монастыре, примут участие в монастырских богослужениях. Экскурсионное сопровождение в поездке обеспечит древлехранитель Череповецкой епархии, краевед Мальцев. Выезд 4 ноября в 23:00 от СК «Алмаз». Возвращение 6 ноября рано утром.